Сегодня утром 8 часов объявляют новости. Конкретно ничего не говорил. Самое, что интересно, нас поразило, что если сейчас убрать Ельцина, то может произойти гражданская война в России. Это просто приехали, пожалуйста, что вот вы, шахтеры, добились того, что вы хотели. Да, мы добились. И мы будем добиваться дальше. Теперь отставка президента. Зачем нам такой президент, который разговаривает, как, я не знаю, наверное, как марионетка. Он даже не может два слова сказать. Белая собака, здесь. Черная собака, все равно собака. Как у нас говорят, менять мыло на шило. Черномырдин был, убрали. Поставили это, убрали. Это уже как карточная игра же. Надо есть выбирать. А причем здесь Черномырдин?